Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Сегодня я хочу поделиться с вами новой онлайн игрой по сбору сатошиков. Здесь мы будем собирать сатошики без вложений. Вот так вот она симпатично выглядит. Регистрация здесь простая, вам придет письмо на почту и нужно обязательно пройти по ссылочке и подтвердить письмо. Значит, что здесь мы будем делать? Вот здесь, так, вверху у нас, смотрите, вот флажок английский, русский, можно поставить язык. Далее, следуйте этим 7 шагам и двигайтесь к успеху. Нам шахта дается в подарок одна. Так, открой доступ к понравившейся шахте раздела шахты. Нажимаем. Нас перебрасывает на страничку. Так, вот эта шахта у нас дается нам в подарок. Вот. Нужно единственное, что заходить один раз в 24 часа и нажимать собрать. Как я только что зарегалась, у меня как бы еще нет. Это вот прибыль в день. Это будет по 20 сатошиков выходит. Так, далее, что у нас? Ну, вот собрать, это уже шаг второй. Далее, так, шаг третий. Выводи заработанный биткоин на свой кошелек. Платежная система у нас. Значит, Pair, Perfect, Kiwi, Advanced Cash и биткоин. Pair и Perfect Money инстантом. Так, далее. Так, шаг третий, шаг четвертый. Открывай новую шахту и зарабатывай больше. Ну, это уже по желанию, кто захочет покупать. Ну, так как мы без вложений, нам ничего не надо вкладывать в шахты. Вот. Вот здесь вот дальше. Вот такие вот они тут, сами посмотрите. Далее. Шаг так. Так, покупайте новые инструменты для работы и зарабатывайте больше. Опять же, нам предлагают покупать что-то, чтобы больше добывать сатошиков. И выполняйте простые задания в разделе квесты и зарабатывай без вложений. Здесь квесты. Здесь еще пока они в разработке, и как бы они пока не работают. Значит, вот, снимай видео. Так, снимите видео об игре в позитивном ключе и загрузите на YouTube. Ну, это им послать. Недоступно. И это еще будет доступно. И это будет. Ну, в общем, сами тут посмотрите. Далее, что еще? Так, пригласи в игру друзей в разделе «Мои рефералы». Играть вместе гораздо веселее. Ну и партнерская программа. Значит, вот здесь выше поднимаемся. Наша... А, есть чат. Давайте я рефералы раздел. Будет находиться наша партнерская ссылочка. Вот она. Смотрите, вот здесь нажимаете... копии, и она копируете и делитесь с друзьями. Так, далее, что еще? Чат есть, можно общаться. Как бы вот админ здесь присутствует, как мы видим. Всем привет, команда Bitcoin активно работает над обновлением. В ближайшие дни начнет функционировать мобильная версия сайта для удобства сбора и вывода прибыли в любой точке мира. Ну, это сами тут прочтете. Вот можно написать сообщение. Вот.
отправить. Сейчас посмотрим. Ну, я написала сообщение. Всем привет. Ну и таким вот образом, привет, кто-то ответил. Или нет? Нет, это у меня ушло. Вот, всем привет. Ладно, так, далее, что я тут еще вам не рассказала? Чат, сообщения, квесты, рефералы. Здесь настройки. В настройках там нет ничего. Там, если кто захочет поменять пароли. А, и прописать кошельки, какие нужно. И нажать сохранить. Так, значит, ну здесь что? Шахты, магазин, кредит, обменник. Можно менять заработанные сатошики на внутренний баланс и покупать шахты. Обучение. Факт. Здесь баннеры. История пополнения. Ну, здесь... Так, давайте ФАУ. Здесь минимальный вывод. Вот смотрите, как я могу заработать в проекте. Все просто. У нас существует несколько способов заработка. Так... Ну вот, платежную систему я вам показала. Обязательно ли вкладывать свои деньги в проект, чтобы зарабатывать? Нет, не обязательно. Вот, далее. Сколько можно вывести, или если не пополнять счет в игре? Так, в игре нет ограничений на вывод без пополнений. Значит, понимаем, да, что можно выводить без вложений, как я уже сказала. Ну, партнерская программа. Так. Так, так. Ага. Я открыл шахту, а она добывает биткоины не почему. Так. Почему? Посещать шахты и собирать добытое необходимо не позже. Ну, вот раз в 24 часа. Так как склад шахты пополняется до максимума. И, значит... Пополнений как бы не будет майниться. Надо заходить хотя бы один раз в день. Так, у меня есть биткоины для покупок. Почему я не могу их вывести? Так, что у нас? Выводить из игры можно только биткоины для вывода. Понятно это. И что вот самое главное? Какая минимальная сумма для вывода средств по каждому кошельку? Здесь все в сатошиках. Список минимальных сумм для вывода по каждому из вариантов. Здесь, ну, везде одинаковая сумма, кроме биткоина. Это 2533 сатоши на вывод. Я думаю, можно насобирать и будем проверять на вывод. Вот такая вот, ребят, игра по сбору сатошиков. Она новая, она стартовала 12 апреля. Кому интересно, пожалуйста, присоединяемся. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.